Камера, которая может вести запись изнутри морозилки в лаборатории. Так, что-то они тут замышляют. И от Афины. Да, ну где-то уже это письмо было. Ладненько. Закрываем эту чертову вентиляционную решетку и тогда возвращаемся обратно. 32-й офис. Так, это что такое? О, киберпроэнергия, вообще замечательно. Типа гематогена, что ли? Вкусного. Кредитный чип, что-то мало у них здесь денег. Так. О, результаты испытаний. Так. Че, прикольно. Снова какой-то пациент X. Интересно, кто это? Че, попробуем взломать. Тед Бругер. Пожалуйста, первый уровень. Второй, да? А чё, давайте прокачаемся тогда, наверное. Сейчас прокачку сделаем. Ну вот. Так, где тут прокачивать? По-моему, вот это. Подтверждаем. А теперь можно взломать. Наверное. Так, рейтинг 2. Давайте посмотрим на сеть. Это у нас здесь есть. Червь, стоп. Останавливает под программу диагностики на 5 секунд совокупно. Так, у нас есть, конечно, шанс. Так, сколько здесь обнаружений? 70%. Ой-ой-ой. Укрепляем. Эх, что-то я, по-моему, не то сделал на самом деле. Что-то мне показалось неправильно. Ну ладно, сейчас подождем еще. Блин, а если... Они запалили, что кто-то пытается влезть в компьютер. Может, они сейчас сюда прибегут? Может такое быть? Сколько еще? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай быстрее. Жалко, конечно, червя использовал. Ну ладно, бывает. А, или не использовал его. О, странно, один сохранился. Прикольно. Так, ну тут 70%, да? Ну ладно, что поделаешь. Так, останавливаем программу диагностики. Да, вот ерунда. Там, конечно, не стоп-червь тогда нужен. Там что-то посерьезнее требуется. А может, они опять у меня его не забрали? Может такое быть? Сколько там секунд? Еще 10 секунд целых надо подождать. Не, ну взломать надо, по-любому. Мы это сейчас и сделаем. Давайте еще разочек попробуем. Главное, чтобы нас никто не пропалил. Так, взлом. Погнали. А, стоп-червя уже нет. Глядите-ка. Ох, нифига. Глядите, система вообще меня не обнаружила. Вот сейчас бы, конечно, бы клево было использовать этого стоп-червя. Вот здесь застопорить все. Но сейчас-то меня обнаружит. Ладно, давайте. Нет, не обнаружили.
Офигеть. Офигеть. Так я сейчас спокойно здесь возьму награду и все. Вот и все. На, блин, что тут 50 очков опыта дают? Маловато будет. Так, ну зато взломали этот чертов компьютер. Ой, с кем это он флиртует? Андреа Ван Везел. Ну вот, такая я загадочная. А, это письмо, которое мы видели в другом кабинете. У морозилки. Загадочная она. Ладно. Все, короче, ясно с ними. Так, ладно. А, эскалатор где там ближе всего? Вон он. Ладно, вперед тогда уже. Займемся нашими целями. Так, спустимся здесь. Так, подрезать что-нибудь можно где-нибудь у кого-нибудь? Смотри, ну тут газеты, это неинтересно. Взломать ее комп нельзя, да, нельзя, пока, видимо, она здесь сидит. Так, а вот это что такое? Чуть такое. Перед учеными возникло серьезное препятствие. Организм пациента отторгал протезы, что приводило к полному краху системы. Ага. Иммунитет человека неизменно распознавал. Ладно, понятно. Фигня какая-то. Ну что, супер, выходим на улицу. Сейчас будем двигаться к целям. Я думаю, первым делом мы займемся дополнительной миссией. Там нужно будет в квартиру чувака пробраться и с компьютера стереть все видеофайлы. Миссис Рид? О, Адам, прости, ты меня напугал. Пожалуйста, зови меня Кассандра. Вы с Меган столько времени были вместе. Я как раз тебя ждала. Здесь, снаружи? Зашли бы внутрь. Не знаю. Я, наверное, еще не готова. Ты здесь работаешь, но для меня это место, которое отняло мою дочь. Чутко. Да. Это мне в голову не приходило. Мне очень жаль. С моей стороны не очень вежливо приходить и будить плохие воспоминания. Тебе и так досталось. Да. Много что поменялось за полгода. Не могу поверить, насколько они тебя изменили. Сначала я даже не думала, что ты выживешь. Как ты с этим справляешься? Да как? Оптимистично. Они сделали все, что могли, чтобы спасти меня. Теперь я в определенном смысле могу больше, чем когда-либо. Рада видеть, что ты хорошо воспринял это все. Многим из нас пришлось бы нелегко. Позвольте спросить, зачем вы хотели меня видеть? Да, да, конечно, прости. Я здесь из-за Меган, из-за того, что с ней случилось. Вернее, из-за расследования случившегося. А в чем дело? Если совсем просто, мне кажется, что-то не так с тем, как это дело велось. Вы думаете, что здесь что-то нечисто? Именно. Считай это материнской интуицией. Ну, в разговоре со следователями я заметила кучу несоответствий. А потом я встретила детектива по имени Чейз. Он подтвердил, что кое-что не было сделано должным образом, хотя доказательств у него не было. И вы хотите, чтобы я попробовал разузнать это? Я никогда больше не услышу, как моя дочь смеется, Адам. Она больше не позвонит. Не спросит, как у меня дела. И я не спрошу ее, как прошел ее день. Ее у меня украли. Возможно, все это не очень правильно, но я все равно хочу узнать, почему это случилось. Ты изменился, Адам. К лучшему или к худшему. Еще увидим, но я знаю, ты любил Меган.
Прошу, помоги мне выяснить, что на самом деле с ней случилось. Подробности задания. Награда. А я что-нибудь за это получу? Адам, ты это серьезно, правда? Боже, ты превратился. Я думала, шанс узнать, что на самом деле случилось с Меган, случилось с тобой. Этого должно быть достаточно. Это должно того стоить. Согласен, согласен. Я сам еще не занимался тем нападением. Попробую разобраться. Спасибо. Адам, для меня нет ничего важнее. Сначала мне нужно встретиться с этим детективом Чейзом. Отлично. Он подрабатывает охранником в доме на Бруклин-Корт. Я буду ждать твоего возвращения в холле твоей квартиры. Почему детектив подрабатывает где-то охранником? О, он ушел в отставку вскоре после тех событий. Подробностей не знаю. Может, он сам тебе все расскажет. Я займусь этим. Че, прикольно. Еще одно задание. Давайте позырим. Так, задание. Так, найти дом детектива Чейза. Это пока с активности снимем. Так. И, наверное, снимем пока вот это задание. Наведаемся к доктору Марковичу. Че, прикольно. Погнали. Сейчас на дополнительное побежим, как я и сказал. О, полицейские. Представляешь вообще? Мы уже все там оцепили, и тут приказ не соваться. С каких-то пор Дэвид Шериф нами командует. Ой, возмущенные какие. Может, у них там какие-нибудь опасные вещества были? Да, скорее они там какие-нибудь грязные делишки проворачивали и хотели, чтобы их наемный коп с этим разобрался. Не надо было этого парня пускать. Это про нашего Адама Дженсона говорят. Весело, давайте карточку посмотрим. Так, ну да, потом налево повернем. Ясно. Сюда, что ли, налево повернуть? Дайте-ка еще раз гляну. Да, сюда и потом направо. Супер. Сюда направо. Блин, как-то сложно сориентироваться. Да. Так, а это что такое у нас? Что за мужик с автоматом? Он что, типа так меня приглашает пройти сюда, что ли? Что у них тут можно взять? Ничего стырить нельзя. Ладно, давайте поговорим. Хочешь что-то купить или продать? Я тот, кто тебе... Что за ужасный голос вообще? Все есть в компьютере. Ужас. У тебя под рукой. Ужас. Давайте купим. Что он продает? Патроны. Да, ну это неинтересно. Смеетесь, что ли? Давайте продадим, что можем продать. Винтовку, пистолет. Пистолет-пулемет. Давайте вот это продадим. Так. Ага. Так, можно еще продать обезболивающее. Вино давайте продадим. Так, вино продадим. Обезболивающее оставим. Боеприпасы для винтовки. Вот, для дротики. Так, все продано. Дротики с транквилизаторами. Продаем нафиг. Так, с патроны к пистолету-пулемету тоже продаем. Патроны для пистолета оставляем. Так. Так. Да.